До боя курантов осталось всего ничего, и подрядчики спешат. 31-го заканчивается годовой контракт. Нужно привести дворы в порядок, чтобы получить хотя бы те небольшие деньги, которые удалось заработать нынешней малоснежной зимой. Оплачивается только убранный снег. Как жалоба пришла, сразу отработали ее, отправили туда технику. А так по графику чистим, убираемся. При обильном снегопаде подрядчики выводят всю технику, чтобы максимально быстро освободить микрорайоны от снежных завалов. Если авральной ситуации нет, то дворы чистят по графику. Например, дома с 1 по 8 в понедельник, с 8 по 16 в среду и так далее. Подрядчики стараются все сделать идеально. Если есть замечания, они получают миллионные штрафы. Но снег все равно остается. Огромное количество личного транспорта не позволяет сделать работу безупречно. Постоянно у нас проблема с водителями, которые вот ставят машины. Хоть объявления писали, все равно мало кто убирает, единицы убирают. Даже они слышат, вот не можешь проехать, по колесам пинаешь, сигнализация работает, но никто не выходит. Просто игнорируют люди. А нам же надо почистить. Потом они начинают жаловаться на нас, что мы не чистим. У жителей ответные претензии. Якобы коммунальщики не имеют привычки предупреждать об уборке. Валерий Михайлович откапывает свою машину сам. Снег, разумеется, кидает на проезжую часть. Нас заранее, раньше предупреждали, что завтра будут чистить снег, мы машины все убирали. Они приехали, никому ни объявления, ничего нету. Когда объявление, мы все машины убираем, и они дошли, то нам здесь все чистят. ИП «Фадеев» в этом году обслуживал самую крупную площадь – все микрорайоны с 12 по 16 А. Однако с 1 по 11 января убирать эту территорию никто не будет. Конкурс выиграла новая иногородняя организация, но медлит с подписанием контракта. На остальных трех участках ситуация вполне благополучная. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».